Вот мы поднялись. Это 119 этаж. Как смотровая площадка по кругу. Вот весь Лас-Вегас под окном. О! Даже подходить опасно. Если представить, что нет стекла, аж в попе сжимается. У тебя в попе сжимается? А? У тебя в попе сжимается, глядя вниз? Томила не сжимается ничего. Мы так можем здесь сидеть. Неограниченное количество. Снимать. Вот весь Лас-Вегас. Это вот центральная улица. Стрип так называемый. Улица Лас-Вегас, по которому основные гостиницы. Вот это улица Лас-Вегас, основная игровая улица. Вот это вторая улица. И практически все остальное уже прилегающее для обслуживания вот этого участка. Вон Трамп, отель «Золотистый». Аэропорт там. Наш отель. Я его вижу, но трудно объяснить. Вот он там вдалеке. Вот эта вся вот эта улица. Основная.